Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас сегодня в этом замечательном зале. Сегодня мы с вами хотим совершить небольшую музыкальное, скажем так, путешествие, внутри которого мы хотим рассказать и стереть все непонятности и противоречия, которые у людей связаны с медными духовыми инструментами. Мы вам сегодня расскажем доподлинную историю наших инструментов. И сегодняшняя наша программа называется «Чайковский отдыхает». Ваши аплодисменты, друзья мои! Ну а прежде чем мы совершим наше сегодняшнее путешествие, я хочу пригласить на эту сцену еще одного нашего участника. Во-первых, для того, чтобы он хоть как-то реабилитировался в ваших глазах. А во-вторых, друзья мои, сегодня он приготовил свой коронный номер. Ваши аплодисменты. Спасибо огромное, друзья мои. Соло на трамбоне Леонид Николаев под ваши бурные аплодисменты. Ну, как я уже сказал, сегодня мы вас будем знакомить с нашими медными духовыми ударными инструментами. И для того, чтобы начать свой рассказ, нам с вами предстоит опуститься в эпоху Среднего Ренессанса, а именно в Италию, и вспомнить замечательное имя одного из основоположников вообще нашего движения. И мы вам сейчас все наглядно объясним. Значит, почему же не брались наши инструменты, несмотря на то, что они известны человечеству уже более десятков тысяч лет, зародились они очень давно, но с ними никто почему-то не хотел иметь никакого действия. Значит, во-первых, было всего три причины. Они все были сделаны разными мастерами, и сейчас мы вам покажем, как это звучало. Если сейчас унисон звучит примерно так, что он звучал примерно так, что отпугивало большую часть, конечно же, всех и всех композиторов. Второе заключается в том, что эти инструменты могли издавать всего лишь по одному или два звука. И для того, чтобы исполнить хотя бы какую-то мелодию, даже самую простецкую, приходилось иметь в наличии порядка, ну скажем так, 10 или 5 инструменталистов. Сейчас мы вам это подскажем, как это звучало на конкретном примере. Вот
Вот так вот, да, друзья мои, именно так все это было, потому что в арсенале было всего лишь 3 или 4 нот. И поэтому это все, конечно же, отпугивало не только слушателей потенциальных, но и, конечно же, композиторов, которые писали. Но время шло, и появился Джованни Габриэле. Спасибо ему огромное. Если бы не Джованни, наши инструменты бы навсегда остались где-то в истории. Джованни, просто так получилось, что его назначили главой собора Святого Марка в Венеции, и у него катастрофически не хватало прихожан. Они не пели в хорах, и поэтому для усиления звука он, конечно же, пригласил великие медные инструменты. Все проблемы он прекрасно знал. Ну, во-первых, я не знаю, какие у него им руководили цели. Во-первых, он заказал все инструменты, абсолютно все, но у одного мастера. Решил первую проблему, потому что появился строй. Вторую проблему он решил тем, что создал первую партитуру и написал всем те ноты, которые могли играть. И, наконец, третью проблему он придумал сам, это громкость. И он придумал принцип первой антифонного пения. Это когда, если громко, то играет весь оркестр, если надо тихо, то играет лишь половина. Этот принцип потом разошелся в народ. Вот, мы сейчас сыграем его на примере доблестного другого, скажем так, сына итальянского отечества, а именно Антонио Вивальди, просто для простой иллюстрации. Под ваши бурные аплодисменты! Все гениальное, оно просто. Но надо сказать, что это все равно не очень сильно изменило отношение композиторов к нашим инструментам, и они и дальше продолжали их использовать сугубо фрагментарно, отдавая им, скажем так, такие второстепенные роли, что нам стало даже немножечко обидно. Поэтому мы не пленились, мы взяли 40-ю симфонию Моцарта, почитали абсолютно все ноты, которые там автор написал для духовых инструментов. И сейчас, друзья мои, мы вам хотим показать, как звучит 40-я симфония Моцарта именно с тем количеством нот, которые там написаны. Под ваши бурные аплодисменты! Надо сказать, что этому есть на самом деле объяснение, потому что как-то даже Моцарта, начинающий музыкант, спросил: «Скажите, пожалуйста, а как написать симфонию?» Моцарт сказал: «Ну, мне кажется, вам симфонию писать очень рано, попробуйте написать что-нибудь попроще, например, начните с баллады». «Как?» – удивился начинающий композитор. «Но вы же написали вашу симфонию, когда вам было всего 9 лет!» «Да», – ответил Моцарт, – «но я ни у кого не спрашивал, как это делать». И он действительно, друзья мои, не соврал, он ни у кого не спрашивал, потому что все эти композиторы, они были виртуозами на клавесине, скрипке, фортепиано, но никак не на наших инструментах. Поэтому прохладное отношение к меди продолжалось довольно-таки долго, вплоть, да, через барокко и романтизм, классицизм, мы пришли к тому, что появился великолепный Джон Уильямс, первый композитор, который сам был трубачом. И, друзья мои, он знал всю специфику инструмента. Он знал, что можно сыграть только 10 каких-то нот. И он создал настоящий шедевр. Он начал с того, что ударный исполняет самое главное, это функция, это у них дробь. Тромбоны сильны в среднем регистре. Трубы, они, конечно же, играют звуки сигналов. Казалось бы, с этим невозможно ничего делать, потому что это скудно и невозможно. Но, друзья мои, Джон Уильямс для того и Джон Уильямс. Итак, слушаем его произведение. Да.
Да, друзья мои, все гениально просто. Казалось бы, какие-то 30 нот, но, друзья мои, это премия «Оскар» 1952 года. И все киноманы, я думаю, знают и прекрасно уважают эту мелодию. И мы заканчиваем с вступительной частью, потому что дальше будет только музыка. Есть еще один момент, который очень сильно мешает всем нам, музыкантам. Это дирижеры. Потому что порой дирижеры, они создают эффект того, что замысел, заложенный автором, композитором, не раскрывается никак. Потому что идет только сухое академическое исполнение. Мы сейчас, чтобы не быть голословным, докажем вам это на конкретном примере. Можно вас, пожалуйста, на секундочку? Вот. Да. Вот, к нам выйти. Друзья мои, давайте поаплодируем. Дай, пожалуйста, там лежит главный инструмент дирижера. Ага. Вот. Так. Ну, ты перед нами, на аванс-сцену. Друзья мои, это будет дебют. Итак, да-да-да, давайте поддержим. Все очень просто. Я же знаю, что вы дирижер. Вы поднимаете палочку, мы поднимаем инструмент. Это всегда так было. Это они придумали, чтобы над нами издеваться. Попробуем. Первая уже отработана. Чтобы начать играть, вам надо четко просто показать, кто вступает. Это будет очень... великолепно. И теперь мы вам расскажем о доподлинных, как вы уже поняли, что люди, они многое пишут, они многое придумывают, но поскольку они не знают специфики инструментов, донести до слушателей правильно, это получается крайне сложно. И поэтому мы задались вопросом, а может быть композиторам просто отдохнуть и дать исполнителям самим использовать, провести через себя музыку и исполнить и донести ее до слушателей. Именно поэтому мы и решили назвать нашу сегодняшнюю программу «Чайковский отдыхает». Потому что мы взяли за основу свой любимейший концерт Петра Ильича Чайковского, в котором, как и у Моцарта, для духовых было написано не более 10-15 нот. И все они звучат исключительно во вступлении. Поэтому мы решили, что вступление мы принципиально играть не будем, а мы лучше сыграем за партию фортепиано и струнных инструментов. Под ваши бурные аплодисменты. Маэстро, музыку! Thank you.
Надо сказать, что этот концерт был написан в 1975 году, а именно в этом году родился, не боюсь этого слова, Уильям Кристофер Хэнди, отец блюза и один из родоначальников джаза. Именно джаз — это то направление, где вся специфика наших инструментов была учитана, потому что джаз писали в большинстве своем исполнители на разных инструментах, но все они, поиграв в оркестре, играли чаще всего на духовых, и зная ее специфику, джаз у них получался великолепный, потому что уже музыка была сама заложена, и сами композиторы знали, для чего они пишут. И поэтому мы решили вам сейчас сыграть уже джазовую классику. Итак, Уильям Кристофер Хэнди и Сент-Луис Блюз. Блюз, который написан для медных и ударных инструментов. Под ваши бурные аплодисменты! Thank you.
большое, друзья мои. Мы движемся дальше, и сейчас пришло время познакомить вас с еще одним медным духовым инструментом, который сейчас появится на этой сцене, а я в двух словах расскажу про него. Поскольку возможности у медных инструментов были не особо, скажем так, и диапазонные, и технические широки, поэтому чаще всего использовалось разнообразие тембров, вот и он. Многие думают, что это нанотруба, друзья мои, нет. Это флюгельгорн, который часто применялся для духовых оркестров и ансамблей различными авторами для реализации различных идей. И в частности, очень сильно его любил Скотт Джоплин, который тоже был одним из родоначальников джаза, а вернее рэгтаймов. Поэтому мы мимо такой культовой фигуры пройти не могли. И сейчас мы исполним его композицию, рэгтайм, которая называется Sensation Rag, под ваши бурные аплодисменты. И следующий, скажем так, жанр, который мы хотели вам сегодня продемонстрировать, это его величество блюз. Одним из создателей блюза был Фердинанд Джерри Ролл Мортон, и он говорил в свое время так, что блюз зародился в Новом Орлеане, когда была огромная масса инструментов после гражданской войны осталась, и поэтому по улицам взад и вперед ходили оркестры, которые просто желание у людей было просто играть, на каком неважно. Если мы там в дальнейшем поговорим о Гленне Миллере, он тоже сначала играл на сломанном тромбоне. Вот. Самое главное, это было искусство, скажем так, импровизации, и все хотели себя максимально проявить. И поэтому играли некоторые даже на игрушечных свистульках. И такой номер мы вам сейчас и продемонстрируем. Итак, Тинров блюз или блюз жестяной крыши под ваши аплодисменты. Ну, вот, соответственно, и игрушечная свистулька. Thank you.
И следующий стиль, который мы с вами хотели бы сегодня тоже не пройти мимо, это будут рабочие песни, как было в Советском Союзе, нам песня «Строить и жить помогай». Вот, также и было целое ответвление в джазе, я имею в виду сейчас традиционный классический джаз, поскольку мы сегодня все-таки джаз с классикой немножечко объединили. Вот, это рабочие песни. И сейчас мы сыграем, наверное, одну из самых популярных рабочих песен, композиция, которая называется «When the Saints Go Marching In», которая первая из всех джазовых работ, наверное, покорила всю Европу. И под ваши бурные аплодисменты мы ее вам и исполним. Ипостасями классического джаза, и следующее у нас направление будет, которое называлось баллада. Надо сказать, что баллада была очень важной частью соула, который из нее потом пошел, но самое главное, что оно неразрывно было взаимосвязано со свингом, потому что свинг это является самой большой частью традиционного джаза. И мы сейчас хотим вспомнить замечательного Ричарда Роджерса, человека, который написал музыку более чем к 100 кинофильмам,
того, что мы сейчас еще чуть-чуть кино с вами должны затронуть, потому что, как вы помните, сначала кино оно было немое, и поэтому, в общем, вся музыка проходила в виде либо топера, либо она была записана за кадром. Но так или иначе, баллады, в общем, были очень и очень важны для раннего джаза. И мы хотим сейчас специально для вас сыграть композицию, которая называется «Blue Moon». Ричард Роджерс, под ваши аплодисменты. Ну и поскольку мы с вами заговорили о кино, мы, конечно же, должны сейчас вспомнить целую эпоху джаза. Я сейчас говорю о джазе Гленна Миллера. У него не так должно было быть давно юбилей его. Ну да ладно. В общем, это и был единственный, наверное, оркестр, который оставил такой огромный отпечаток в кинематографе. Я сейчас говорю о, конечно же, фильме «Серенада солнечной долины», который долгое время считался просто образцом. И Гленн Миллер был образцом руководителем бэнда, вот, многие в свое время мечтали у него играть, мы решили же взять песню, которая была специально написана для этого замечательного фильма, я думаю, все вы ее знаете. Эта композиция называется «Четаного Чучу», и это ярчайший пример традиционной свинговой музыки, которую мы исполним под ваши бурные аплодисменты. Thank you.
you should crackle tonight. Will you give me a shine? Oh, she's gonna cry. Путешествовать по прекрасному миру классического джаза и прекрасной музыки. Следующее произведение мы хотели бы сыграть специально для вас, потому что именно внутри него мы хотим раскрыть всю сущность ударных инструментов. Потому что многие, я уверен, из вас думают, что ударника мы держим в коллективе исключительно для того, чтобы трубачи казались такими умными. Нет, дорогие друзья мои, это большое заблуждение. Мы держим его не только для этого, а для того, чтобы он периодически выдавал нам на гора какие-то новые рифы и заставлял нас задуматься о вечном, то есть о проблемах с отитом и прочим. Итак, друзья мои, мы хотим сейчас сыграть произведение 1937 года, которое написал в свое время Луи Прима. Это был артист оркестра Бенни Гудмана, он был корнетист, трубач и вокалист. И он написал произведение, которое называется «Sing, Sing, Sing». Это произведение было впервые исполнено в Карнеги-Холл, годом позже, в 1938 году. Надо сказать, что раньше джаз такие огромные залы не пускали, но после этой композиции боссы пересмотрели свое решение, и поэтому все джазмены считают ее отправной и культовой композицией. Поэтому мы специально для вас сейчас ее исполним под ваши бурные аплодисменты. Yeah.
Ну что ж, друзья мои, мы продолжим наш концерт. Помните, мы с вами сегодня уже послушали вначале классическую музыку, потом показали специфику на замечательной фанфаре 20 века Фокса, который написал Джон Уильямс. И сейчас мы пошли еще дальше, мы нашли одно замечательное произведение. Это, скажем так, гимн всех водопроводчиков, я думаю, многие из вас его узнают. Вот. Но оно исполняется без труб, потому что бывают такие, да, произведения, которые всем любимы, но там даже трубачи не нужны. Поэтому трубачи сейчас пойдут, попьют немножечко кофейку, а для вас поиграют исключительно тромбонисты и тубисты под ваши бурные аплодисменты. После того, как мы вам доказали, что трубам все подвластно, мы решили ночью посмотреть еще и, конечно же, в музыку народную. Поскольку эта неделя у нас короткая, предпраздничная, у всех приподнятое настроение, а не так давно прошло великое событие, которое каждый февраль уходящий происходит в Бразилии. Какое событие в Бразилии каждый февраль происходит? Карнавал! Абсолютно правильно, друзья мои. И мы решили в эту вот, на самом деле, холодную, сейчас в холодный март, мы решили частичку карнавала принести сюда и исполнить для вас композицию, которая называется «Тико-тико», чтобы, во-первых, и дамам нашим сделать чуть-чуть потеплее, да и просто порадоваться этой замечательной народной композиции бразильской под ваши бурные аплодисменты. We'll be right back.
вечер у нас будет полный прекрасных сюрпризов. И следующий из них сейчас появится на этой сцене. Я попрошу Леонида вынести тебе наш пневмо-духовой инструмент. Лучше двумя руками. Потому что сейчас мы от Бразилии перейдем немножечко в Россию. И хотим для вас мы исполнить композицию Александра Халилова, которая называется «Русская душа», дабы доказать, что даже внутри русской народной песни, даже при сопровождении пневмо-духовых инструментов, есть гармония между медью и прекрасной русской народной песней. Друзья мои, поприветствуем нашего титана. Такое впечатление, будто поменял его на Леню. А Леня не справился? Итак, друзья мои, замечательная композиция на русские народные темы, которая называется «Русская душа». Под ваши бурные аплодисменты. Спасибо большое, друзья мои. Мы движемся дальше. И вначале мы вам рассказывали про Петра Ильича Чайковского. Начали мы с того, что показали вам антифонное пение, ну или как бы игру на инструментах, это же просто принцип, вот, на композиции «Времена года» Антонио Вивальди. И поэтому мы
думаем, что логично сделать еще одну, скажем так, вот арочку, вот, и сейчас сыграть что-нибудь из Петра Ильича Чайковского, опять же, из времен года. Вот, для этого мы выбрали Барокаролу. И надо сказать, что в своих поисках мы оказались не одиноки, потому что в городе Герои Петербурге есть замечательный ансамбль, правда, он квартет, и более того, народных инструментов, называется он Терем-квартет, который мыслит абсолютно так же, как и мы, и мы с ними имели честь быть знакомы, вот, тоже их образами воспользовались и сделали свою такую небольшую фантазию с помощью их произведений, их прочтений и их образов, как бы звучала на наших инструментах замечательная композиция Барокарола из цикла «Времена года» для фортепиано Петра Ильича Чайковского. Под ваши бурные аплодисменты. Спасибо большое, друзья мои. Мы приближаемся к финалу нашего сегодняшнего концерта. И в конце мы хотели сделать всеобъемлющее, то есть вспомнить для закрепления, чтобы это было классикой, чтобы это исполнялось на медных духовых, чтобы это было известно всем. И самое главное, чтобы это раскрывало всю нашу специфику. Итак, друзья мои, мы сейчас с вами окажемся в приятном таком ранне-современном джазе и вспомним замечательные композиции. Первая из них будет это композиция Генри Манчини, которая называется «Розовая пантера», друзья мои.
сейчас мы решили уже из ныне здравствующих вспомнить великолепного Куинси Джонса и еще раз объединить, чтобы это было уже и классическое, с одной стороны, но с другой стороны, подпитанное чем-то народным. В общем, другими словами, Куинси Джонс и Soul Bossa Nova или Bossa Nova моей души, друзья мои, под ваши бурные аплодисменты. Спасибо, Алена, друзья мои. На этом я хочу сказать, что наш сегодняшний концерт окончен. Вы самая лучшая публика. И напомню, что для вас... Что? Еще! Мы услышали. Ну, хорошо. В преддверии 8 марта мы сыграем вам замечательную композицию, которую посвящаем всем, без исключения девушек. Потому что без этого мы были бы не мы. Вот, девчонки, специально для вас. Дай Бог, у вас остается всегда такими же красивыми и радует нас, и вдохновляет. Специально для вас мы сыграем композицию, насколько мы не можем оторвать от вас глаз. Вот. Ну а кто знает припев, конечно же, подпевать. Под ваши бурные аплодисменты, поехали! Thank you.
Спасибо большое, друзья мои. Напомню, что выступает для вас Парфенон Брас Бэнд в составе Станислава Горлицкого, друзья мои. Олег Романов. Алексей Сынову. Наш многостаночник. Леонид Николаев. Любитель классиковых идей. Наш глубоко уважаемый Виктор Евгеньевич Коновалов. И ваш покорный слуга Александр Шаналов. Спасибо огромное, друзья мои! Хорошо. Вы хотите песен, их есть у меня. Специально для вас, просто такой эксклюзив, специально для клуба Алексея Семеновича Козлова. Вот, мы сыграем замечательную композицию, которую очень сильно любим. Но под ваши бурные аплодисменты. Спасибо огромное, друзья мои, спасибо за теплый прием, спасибо огромное. Бис. Мы приготовили, кстати, один очень большой бис, он будет именно 8 марта, вот, на русском радио, у нас будет прямой эфир, поэтому, друзья мои, все бисы, мы обещаем всех лично поздравить, пускай у нас эфир будет идти двое суток, но мы достучимся до каждого. Поэтому, друзья мои, в следующий раз мы с вами готовы услышаться на просторах русской службы новостей 107.0 с праздничным проектом, концертом, потому что я вам сейчас открываю небольшой секрет, вот, потому что мы держали его в тайне, вот. Никто не знает, нигде нет ни афиш, ничего, но вот 2 часа с 10 до 12 ночи мы будем на русской службе новостей 107.0 именно 8 марта. Друзья мои, там мы с вами услышим. Спасибо огромное, вы самая лучшая публика, спасибо!